Здравствуйте. Еще, проходя срочную службу в 70-х годах, я видел, как легко могли заразиться сослуживцы грибком стопы в казарме через тапочки общего пользования. Были, конечно, и именные тапки, но только у неленивых старослужащих. Не знаю, какие порядки сегодня в войсках, а тогда именно так и было. Поэтому те из молодых солдат, кто был помудрее, снимал сапоги лишь после отбоя. Остальным же, кто одевал тапочки общего пользования, тут уж как повезет. Везло не всем. Видел, как больные грибком обрабатывали волдыри на ногах раствором нитрофунгина. Либо в санчасти им давали ядовито-красную жидкость кастильяне, которая потом с ног неделями не смывалась. Большинство из них таким образом лечили, а правильно сказать, глушили свой грибок с переходящим успехом до конца службы. Грибок на время исчезал, потом мог опять появиться. В те годы я уже знал от своего старшего двоюродного брата, от сложившегося после медучилища сержанта медслужбы, положенные свои 2 года, что грибок стоит только поймать. А потом он долгие годы будет посылать время от времени своему хозяину горячие приветы. Мне тогда повезло, а вот моему другу нет. Уже в конце 2-го года службы, за несколько месяцев до дембеля, он умудрился хватануть грибок стопы. От бесплатного кастеляни, конечно, отказался. Взял в аптеке нитрофунгин и стал лечить. История такая была. Обрабатывает грибок. Он нехотя исчезает. Чуть расслабится, опять болезнь напоминает о себе. Тогда я рассказал ему, как мой двоюродный брат в армейской санчасти лечил втихаря своих друзей от грибка медным купоросом. А втихаря, потому что официально народные средства в армии, естественно, запрещены. Так мой приятель решил попробовать этот способ на себе. Выхода не было. Пакетик с медным купоросом мы купили в хозяйственном магазине. И действительно, это средство спасло его от грибковой напасти очень быстро и надежно. По эффективности, кстати, оно превзошло все известные на то время противогрибковые препараты. Теперь о процедуре лечения. В литре воды растворяется столовая ложка медного купороса. И потом этот раствор используется для лечения. Вечером после ужина он приносил из титана горячую воду, в кранах в казарме только холодная вода, вот, и в тазике распаривал некоторое время свои ноги. На 5 литров горячей воды он брал 1 стакан раствора купороса. Затем на вытертые насухо ноги, на очаги грибка, тампоном наносил раствор из литровой банки, но уже этот раствор он разбавлял 1:1 водой. И так делал всего 3 дня. Грибок засыхал на глазах. Потом он проделал все это еще несколько раз, но уже повторял лечение раз там в 3-5 дней. Чем дальше, тем реже. Через совсем короткое время грибок исчез полностью. Необходимо здесь небольшое уточнение. Если ран от волдырей много, то есть заражение обширное, возможно, придется концентрацию немного медного купороса немножко уменьшить. И поскольку очищение идет очень быстро, то участки с поврежденной кожи будет стягивать от пересыхания. И здесь надо после процедуры нанести любой из кремов, антибактериальный или антигрибковый. Но это в тех целях, чтобы смягчить пораженные участки, чтобы их не тянуло и они не трескались. Грибок уходит 100%. Вот такие дела. Никакого вымысла и приукрашивания здесь нет. Все по чесноку. Пишите в комментах впечатления. Не забывайте про лайки. Стараюсь для вас. Для тех, кто опасается токсичности медного купороса, подчеркну, что я описал лишь случаи из своей жизни и никому ничего не навязываю. А сам лично в школьные годы, это еще в 60-е годы, полоскал горло слабым раствором медного купороса
при сильнейшей гнойной ангине. Сегодняшних спреев, это и от, спреев от тонзиллитов, тогда не было. Всего вам доброго, увидимся, буду рад.